Душевно, ярко и с размахом. Так жители Арбату встречают праздник. Когда-то на эту землю пришли казаки, передавая традиции с поколения в поколение. Потому в юбилейном году, помимо Дня села, было решено провести и первый в Хакасии фестиваль казачьих обрядов. Я уверен, они порадуют вашу душу. А как можно других понять? А только прикоснуться через культуру, через песни, танцы. Фестиваль казачьей культуры вам сегодня все это и продемонстрирует. Я уверен, что вы сегодня получите массу эмоций. Арбаты превратились в самую настоящую станицу, где можно было попробовать разные блюда. Например, щербу. Это уха, но по особому рецепту. Всех желающих от мала до велика зазывали на мастер-классы. Попробовать себя в мастерстве росписи по камню или в рукоделии. Это традиционный казачий пояс. Называется кушак. Обычно носился такой пояс с рубахой. То есть не по форме он носился, а именно на праздники обрядовый пояс одевался с рубахой на какие-то такие вот солнечные праздники или какие-то церковные праздники. В этот особый день таежное село собрало гостей со всей Хакасии. Причем многие приезжают на местные праздники не в первый раз и уже давно стали здесь хорошими старыми знакомцами. Видите, сколько гостей к нам приехало. Мы очень рады, мы к этому долго готовились. Ну, приезжайте еще. Ну вот, все думали, что будет дождик. Но вот, слава богу, что сегодня хорошая погода. Встретил своих друзей, которые приехали в гости. Нам очень нравится праздник. Мы всегда с удовольствием приезжаем в Арбаты. Здесь очень гостеприимные люди живут. Организаторы праздника обещают, отныне фестиваль казачьей культуры станет для села традиционным. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.